Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск «Вести». Карачаево-Черкесия. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. В Черкесске впервые стартовала всероссийская акция «Особенности национальной уборки». К ней присоединились более 1500 жителей и гостей республики. Для участников акции с песнями и танцами выступали заслуженные артисты республики, а спортивную разминку перед главной уборкой проводили чемпионы мира, именитые спортсмены. К мероприятию присоединилась и Майя Хамдохова. Солнечный круг, мусор вокруг. Несмотря на жаркую погоду, в Центральном парке Черкесска «Зеленый остров» в рамках акции «Особенности национальной уборки» собрались более 1500 людей ради общего дела во благо природе. Масштабный субботник с музыкой и танцами, вкусными перекусами, мастер-классами и традиционной разминкой перед главной уборкой парка сплотил людей независимо от возраста и рода занятий. Представители общественных, политических и национальных объединений, молодежь и образовательные организации города сделали все возможное, чтобы преобразить природу в чистое зеленое одеяние. Праздник начался с приветственного слова заместителя председателя правительства Карачаева-Черкесии Евгения Гордиенко. Он отметил важность таких акций для экологического благополучия всего региона. Поблагодарил организаторов от имени главы республики Рашида Тимрезова. На сегодняшний день экологическая обстановка, как в целом по стране, в частности в нашей республике, имеет очень важное значение. В силу того, что наш регион является туристически привлекательным, наша забота сохранить наш дом в том первозданном виде, в том виде, в котором наши гости, уехав отсюда, чтобы их сюда тянуло обратно. Субботник прошел как настоящий праздник. Культурные и развлекательные программы, мастер-классы по сортировке мусора, конкурсы, подарки, вкуснейшая традиционная кухня народов республики и, конечно же, непередаваемый колорит культуры многонациональной Карачаево-Черкесии. Участники субботника уверены, что проводить подобные акции нужно намного чаще, чтобы прививать горожанам, особенно подрастающему поколению, привычку убирать за собой мусор, беречь и защищать природу. Отличное мероприятие. Мы убирали сегодня Зеленый остров, пруд Зеленого острова. Очень важная акция, мне кажется, потому что, как говорят, чисто там, где не сорят. Все это вокруг, это для нас делается, мы убираем для себя. Мы же здесь и гуляем, в этом нет ничего такого, надел перчаточки и пошел. Всероссийский экологический марафон в Карачаево-Черкесии стартовал впервые. Главная цель – продемонстрировать экологическую ответственность, заботу об окружающей среде, любовь к природе, которая всегда находит отражение в культуре многонационального народа республики и страны. Всего в рамках акции «Особенности национальной уборки», которую инициировали партпроект «Чистая страна» и фонд «Компас», собрали 250 килограммов мусора и порядка 40 килограммов пластика. По словам организаторов мероприятия, поддерживать экологию в регионах Кавказа очень важно, так как основной поток отдыхающих из разных регионов страны направлен именно сюда, а совместными усилиями и командной работой можно внедрить привычку любить и беречь природу. Выходила на берег Катюша. Майя Хамдохова, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. В Черкесске состоялся творческий вечер лауреатов всероссийских и международных музыкальных конкурсов и фестивалей Рената Урумова и Майи Барануковой. В концертной программе были представлены старинные адыгские народные и авторские песни, исполненные в традиционном формате и современной обработке. В узком кругу ценителей аутентичной музыки оказалась и Фатима Даурова. В этот вечер через песни и музыку творческий тандем вокалиста Рената Урумова и аккомпаниатора Майи Барануковой транслировал зрителям аутентичную музыкальную культуру адыгов. В их исполнении меломаны услышали старинные черкесские национальные мотивы и авторские песни, которые со временем стали практически народными, настолько они стали идентичны фольклорным.
Программа вечера делилась на циклы, включавшие в себя музыкальные композиции разной тематики. Песни плачи, рожденные болью народа, в трагические лихолетия адыгского этноса особенно сильно отразились на восприимчивость зрителя. Лирические мотивы сменялись шуточными композициями, другие отображали подвиги героев нардского эпоса. В репертуаре солисты Академического государственного русского хора имени Александра Свешникова Рената Урумова песни родного народа стоят особняком. Они часто звучат на различных музыкальных сценах страны, но выступление дома всегда волнительно, считает вокалист. К сожалению, к большому сожалению, очень редко получается выступать на родине, выступать перед родным зрителем. Ну, поэтому это всегда волнительно, тем более с таким репертуаром, с песнями, с народными песнями, своими родными песнями. Это волнительно, но в то же время это очень-очень-очень приятно, очень, я не знаю, я всегда рад выступать на родине. Больше 10 лет длится музыкальное сотрудничество вокалиста и аккомпаниатора. Майя Баранукова с отличием закончила консерваторию Краснодарского государственного института культуры по классу аккордеона. Выступала на различных подмостках не только России, но и за рубежом. Неоднократный призер и лауреат международных фестивалей и конкурсов сейчас свои творческие планы реализует в столице. Мне больше, знаете, тоже интересует такая старинная, аутентичная музыка. Я сама тоже работаю сейчас вот в Москве, работая над созданием своего ансамбля, так скажем. Но там больше, она такая интернациональная будет, но там больше уклон все-таки будет на адыгскую музыку. Я вот потихоньку собираю состав именно вот старинной музыки, то, которая, та музыка, вернее, которая уже немножко утерянная, хочется это все восстановить, чтобы, так скажем, даже находясь в Москве, мы носили свою культуру, показывали свою культуру. У нас очень много красивой музыки. Хочется это все показать зрителям. С чувством особой гордости за успехи своей ученицы на выступление смотрит первый наставник и проводник в мир музыки Люся Озова. С садика заметила этого ребенка. Но поступив в школу, когда ее мама ко мне привела, я была очень рада. И с первым же уроком я сразу поняла, что она из нее выйдет такой настоящий, сильный музыкант. Мы ею гордимся, аул ею гордится. Вечер в узком кругу ценителей аутентичной музыки прошел в соответствии с ожиданием обеих сторон, участников музыкального раута. Слушатели получили эстетическое удовольствие, а исполнители – чувство удовлетворенности за неподдельную радость зрителя. Фатима Даурова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. МЧС предупреждает сегодня в течение суток 6-7 августа местами в республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, сильным ветром 20-25 метров в секунду. На реках подъем уровней воды. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, после продолжим. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь. В отдельных районах сильные дожди. Ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ветер западной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. В горах местами плюс 7, плюс 12. Днем плюс 25, плюс 30. В горах местами плюс 17, плюс 22 градуса. Черкесский кратковременный дождь и гроза. Ветер западной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем плюс 28, плюс 30 градусов. Летний день год кормит. На перевале Гумбаши прошел ставший уже традиционным конкурс косарей. Необычные состязания на стыке спортивного азарта и старинных народных промыслов. Уже не первый год организовывает администрация Карачаевского района. О победителях и призах в материале Ахмата Халкечева. И в этом году необычные состязания собрали 25 претендентов на звание лучшего в старинном ремесле. Место проведения состязаний в одном из оживленных туристических маршрутов выбрано не случайно. Ведь гости нашего региона должны увидеть, что здесь живет народ созидающий, говорят организаторы. Также они с удовлетворением отмечают, что конкурс начал приобретать черты профессиональных спортивных состязаний. Я слышу, что уже заказывают вот инвентарь с Москвы.
потому что они же интересуются, я еще раз говорю, итальянские курсы пошли, австрийские, у них металл, по-моему, какой-то другой, и вот я интересовался, говорят, совсем по-другому они косят, то есть молодежь интересуется, сегодня не только там смартфоном, телефонами, чем-то еще, а косами, там, вилами, трудом. То есть это настоящий физический труд. Конкурс, хоть и называется районным, соревнования являются открытыми. Принять участие может любой желающий. Соответственно, с каждым годом растет не только количество участников, но и их мастерство. Ну, есть участники, которые участвуют уже первый раз в этом конкурсе. Соответственно, у них и ходьба не очень. А есть участники, которые уже участвуют не первый год. У них, соответственно, и ходьба намного лучше. И вот как мы уже здесь видим, что практически вчистую здесь косят. И есть участник, который уже вот в ноздрю идут. Это представители вот Верхней Мары и Нижней Тиберды. Территорию 1 гектара с четвертью специальная комиссия разбила на участки по 7 соток. Ну а кому какой достанется, конкурсанта определяли путем жеребьевки. Кроме скорости, судейская коллегия оценивает и качество косьбы. Стерня после укоса не должна превышать 5 сантиметров. А волоки должны быть максимально ровные и недопустимо под ними оставлять нескошенной травы. По итогам аналитики экспертов, серебро состязаний и денежный приз 50 тысяч рублей достался жителю аула Нижняя Мара Энверу Лепшокову. Третье место и 25 тысяч рублей забрал житель аула Учкулан Хазырбарлаков. Ну а лучшим косарем 2024 года признан житель аула Верхняя Мара Аслан Хачиров. Победителю вручили денежный приз 100 тысяч рублей. Честно сказать, трудно было. Вот и место попалось такое, трава тоже жесткая была. И по завершению соревнований гости и участники еще долго не хотели расходиться. Ну а праздничное настроение мероприятия поддерживала разнообразная концертно-развлекательная программа. А также гостям праздника продемонстрировали традиционное гостеприимство, угостив блюдами национальной кухни. Ахмат Халкевичев, Олег Малкожев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевский район, перевал Гумбаши. Красотка, скорость и адреналин. В минувшие выходные в республике прошел конкурс «Летний кубок». За него боролись жокеи из Карачаева-Черкесии, Дагестана, Ставропольского края и других регионов страны. Подробности у Али Баташева. 10 прыжков через 10 препятствий разной сложности за ограниченный промежуток времени. Высота препятствий возрастает с каждым маршрутом. Начинается с 70 сантиметров и достигает 110. В этом виде спорта большинству зрителей нравится красота выступления, скорость и адреналин. Судьями оценивается командная работа всадника и лошади, время прохождения и количество штрафных очков. Штрафные баллы назначаются за неповиновение лошади. То есть, если лошадь, допустим, не преодолевает препятствия с первого раза, то штрафуется 4 штрафными очками, за вторую закидку всадник уже снимается с соревнований, ну и за каждый повал каждого препятствия 4 балла. Так что всадникам нужно пройти маршрут чисто, преодолеть все препятствия, не сбив ни одной жерди и не сделав ни одной закидки. Ну и, соответственно, не дай бог падения, то тоже всадник снимается с этого маршрута. Всегда виноват всадник, если вдруг что. Поэтому как бы лошадь никогда обвинять нельзя. Так же, как и мы надеемся на них, они также надеются на нас. Поэтому это как бы парный спорт, где работают и всадник, и животное вместе. Представительница конно-спортивной школы «Черкеска» София Черкун на кобыле рапира буденовской породы прошла дистанцию быстро и чисто. Слаженность действий наездницы и лошади достигаются упорными тренировками и любовью к конному спорту, говорит София. Стараюсь тоже с ней больше заниматься, так, чтобы с ней было несложно. Вот. И она, в принципе, подчиняется. София, а что вас побудило вообще заняться именно конным спортом? Я с детства очень сильно люблю лошадей. И в 12 лет я попросила родителей, чтобы они меня записали сюда, в конную школу, чтобы я шла все выше и выше по спорту. Одна из самых юных участниц соревнований – 12-летняя Елизавета Сенатова из Железноводска. Представительница конно-спортивного клуба «Держава» на кобыле «Астория» стала лучшей по результатам прохождения маршрута номер 4. Она не только занимается конным спортом, но и ходит в художественную школу. Я люблю рисовать и особенно лошадей. И рисую для себя. Что нужно для победы? Желание. Жокею, да. Желание и, главное, доверять лошади. Иногда ты ее можешь ей помочь, а иногда она. Вот. А как ты ей можешь помочь? Где-то дотолкнуть перед барьером, где-то чуть-чуть сократить. Летний кубок проходил 2 дня. В конкурсе выступили 35 спортсменов.
15 из них – представители конно-спортивной школы «Черкесска». Наши землячки София Черкун и Динара Матмусаева возглавили списки победителей по отдельным маршрутам. Али Баташев, Ренат Муков, «Вести Карачаево-Черкесия». Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите фильм «Испытание» новой серии. Всего доброго. До встречи.